Участнице Великой Отечественной войны и военврачу Елизавете Максимовне Кривчик присвоили звание почетного жителя Краснодара. Решение о присуждении главной городской награды четырем участникам войны приняла недавно Дума Краснодара. А первой поздравила ветерана спикер городского парламента Вера Галушко. Это мы сделали с гордостью, в знак уважения и любви к этому человеку, которая прошла всю войну, которая вместе с нашими бойцами Красной Армии дала нам победу. И мы живем в мире и согласии на нашей земле. Мы очень благодарны Елизавете Максимовне и всем, кто прошел войну, кто отстоял это время жестокое и, конечно же, победил. Это для меня награда для всех горожан. Столько они пережили все во время войны, да и восстанавливали. Елизавете Максимовне осенью исполнится 98 лет, из них более 40. Она лечила людей. С 42 года в эвакогоспитале, потом в больнице родной Пашковки. Ветеран принимала участие в освобождении Кубани, Кавказа, Крыма и Польши.